вами снова я, Shadowin. И мы начинаем играть в вторую часть Соника. И первым делом я выбираю своего любимого персонажа. Так, это хвостик Тейлз. Я его просто обожаю. И скажу вам так, видео я буду стараться выпускать, поддерживаться графика, раз в 2 дня. Все. Играем за Чернобыльскую лесу, блин. Эмеральд Хиллзон. Изумрудные холмы. Ой, ёпрста, я и забыл, какой у меня большой интерфейс. Мне хотя бы все неудобно. Давай. Лиса-мутант. Хотя нет, я тебя так называть не буду, ты у меня любимчик. Наколза я вообще вначале считал собакой. Так что я просто буду молчать. Так, тихо. Извиняйте, что... Интерфейс занимает почти пол экрана. Не-не-не, мартышка, блин. Повсюду мартышки, блин. В классе у меня мартышки. Тут мартышки. Опа-на. Нет, вот ты... Так, давай, лети. Давай, Тейлз, давай. Стоп, нет, сохранение не берем. Для начала 50 колец. 50 колец. Давай. Все, возвращаемся назад, ёшкин кот и бутерброд. Давай. Разгонщик. Блин, там пружина была, я мог просто взять пружину. И в описании под предыдущим роликом я написал, почему я не буду изменять голос. Давай. Собрать 30 колец. Легко. Ладно, это мне никак не помешает. Ай, тьфу ты, блин, я думал, что 40 надо. Ладно. Давай. Первый изумруд хаоса всегда легко. Стопа, на первом изумруде же врагов пойди... А, нет, они будут, я уже просто забыл. Шарики какие-то. С шипами. Ну, короче, это новые мины, разработка такая. 103 кольца уже. Давай, изумруд. Или еще вроде надо было. Да, еще надо. 130. Да изи. Ты хоть знаешь, сколько я в Соник играю? Я в него с детства играл. Еще на папиной приставке, блин. Я влюбился в этого Соника. Я практически все части Соника испытал. Я только платные не скачивал, но и платные будут, которые я бесплатно закачаю. Так я уже даже выше нормы. Не тренировал меня, блин, третий изумруд хаоса. Давай, наконец-то. Первый изумруд у нас.
А мне нужно 7. Да, 7. Если меня память не подводит. И 7 изумрудов хаоса получится мастер изумруд. Да. Все, 7 изумрудов. И сразу сака защитное кольцо. Тихо. Да блин. Нет, в другую сторону. Жаль, блин, то, что он при беге только может остановиться. Вот. Так, ты чё подлагивать стал? Давай просто сальтуху крути. Полетел. Ага, так, все исполнил. Давай. Да я тебя обезьяна достану, блин. Так, это сохранение пока что тоже не берем. Если... Еще одно просто бессмертие и... Давай, сигай. Второй изумруд хаоса. Давай, готов. А вот и кнопочки. Так, собрать 50 колец. Давай. Я готов, давай. Я третий изумруд хаоса собрал. Это нафиг еще в детстве было, а сейчас я еще как смогу собрать эту... Все, я это сделаю. Правда, вот насколько я помню, я... Нет, стой, стой, стой. Вот, 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 вот собрал. Я дальше третьего никуда не уходил. Собрать 100 колец. А вот и враги попёрли. Нафиг. Новейшие мины нафиг. Разработки усача, новейшие технологии. Так, сколько теперь колец? Так, ребят, вернулся. У меня немного подвисло после паузы. Реклама после того, как я на паузу поставил, я забыл, как они меня тут бесят. Мне нужно было отойти кое-куда. И, кстати, вот пока бегал вот тут, хотел выделить один фрагмент, то что по Ютубу распространилось такое говно, как
видео, байты. Это я узнал то, что хотя бы еще один человек заметил. Это Виз. То, что по Ютубу распространилась такая фигня, как выбери себе дом, там какой у тебя дом будет в будущем, лайк, игнор, подписка. Это меня бесит. И то, что там, типа, если тебе попалось это видео, то ты будешь там миллионером, тра-та-та, а ты там должен сделать то-то, то-то, то меня вот этот вот байт бесит. Во-первых, это брехня, вот, полнейшая, которая меня бесит. О, плюс жизнь. Второе, это спам, они чаще всего этим спамят. И в-третьих, это... Блин, не их видео даже. В этом и прикол, это даже не их ролик. Они, то есть, воруют, спамят этим. И... Я просто... Я уже не знаю, что делать. Хотя бы еще Виз заметил, и там в комментах писали то, что еще другие люди заметили. А я думал, то, что один заметил это. Но... Ютубу как-то в последнее время немного плевать на уже жалобу одного человека. Так что мне кажется, то, что нужно всем отправлять просто эти жалобы. Потому что, блин, это бесит. Я уже нашел одного человека. Миллион под... Нет, не миллион. 129 тысяч подписчиков просто за спам. Ну, брехни, так еще и не своей. Господи, блин. Как меня это взбесило. Хотя бы Виз это заметил. С этим, блин, бороться как-то надо. А то вот мелкие ютуберы... с качественным контентом останутся в стороне, а вот эти вот идиоты, спамеры и вруны будут с кучей подписчиков входить и кнопки Ютуба получать просто за спам. Ах ты мартышка, обезьяна нафиг недоделанная, везде обезьяны, в школе обезьяны, в играх обезьяны. На улице тоже обезьяны. И в школе, если кто не понял про обезьян, так это я про одноклассниц своих. Это реальные обезьяны. Ах ты псина, ну мартышка. Я тебя на шаурму пущу, я тебя запомнил. Вот, ожидай, ожидай. Просто, сюда скоро китайцы придут. Ладно, не буду шутить про китайцев. Но все равно, я тебя запомнил, псина. Я же помню, что можно как-то хвостом. Я тебя сейчас, ну, мартышка. Я тебя запомнил. Я тебе еще отомщу, псина хвостатая. Уи! Так, жизнь. Нет, не жизнь. Так, 38 колец. Нужно... Нет, не смей, собака. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я что-то знаю. 8 колец надо. Вон, давай, спасение. Спасение мое. Тут есть кольца. Тут есть кольца. Где? Там еще и жизнь. Да. Стоп, а куда мне... Не дай бог, там шипение, обезьяна, слава тебе богу. Нет! Нет, 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 пожалуйста. Я не хочу погибать. Я не хочу сделать умират. А то меня этот усач найдет и из меня шубу сделает. Давай, третий изумруд хаоса.
Я надеюсь, я его хотя бы соберу. А то, насколько я помню, для меня это было нереально. Потому что, блин, играть разучился. И хочу напомнить то, что предыдущее видео, это как раз таки был финал первой части. Плохая концовка, потому что на хорошую я проходить там не буду, по причине того, что я не понимаю, как играть в мини-игру, где нельзя попадать на надпись «Гол». Я не понимаю, как играть в нее, там что-то надо поворачивать. Я вообще не понимаю. Тихо. Да блин. Ой-ой. А, стоп, я уже собрал норму. Даже больше. Ага. Увидел. Угу, кул. 110 колец. Еще 50. Надеюсь, смогу. Давай. И если кто-то уже догадался, то я фанат таких вот старых игр, пиксельных. Ёпрста, почему так быстро? Почему еще 24 кольца? Стоп, так я ж не успею. Я ж вообще не успею никак. Алло. Пожалуйста, там пусть будет 6 колец. Я успел, слава богу. У меня сейчас чуть сердце из груди не выпало. Давай, 160, да? Полюбас 160. Блин. Я думал, выдадет меньше. По закону подлости. Я ж помню, псины, как вы умеете неожиданно появляться. Ну давай, давай. Опа. Нет. Да блин. Ненавижу. Опа. Давай. Пять колец. Нет, пожалуйста. Ну прошу тебя. Ну пять колец ты дай. Пять колец. Нет, ну пожалуйста, дай пять колец. Пять колечек дай. Пять колечек сраных. Ну что ты такая жаба, блин? Ну там оставалось прям чуть-чуть. Псина. Ну почему нельзя дать пять колец? Почему? Ну честно. Ладно, это честно. Но почему нельзя дать пять колец еще? Я бы еще орал, если бы там было 4. А вот и мне осталось бы одно. Ну вот смотрите, пингвин синий летает. Тихо, тише. Да, слушай. Тейлз? Да. У тебя отклонение? Или что? Я... А, тьфу ты, я забыл то, что с этим бессмертием могу по шипам ходить. Алло! Стоп. Или туда все-таки нельзя попасть? Ладно, туда нельзя попасть. У тебя нет отклонений. Я просто просрал свое бессмертие. Да, так, я не понимаю. А что там? Так я и просрал свою жизнь. Я-то думал, то, что там полезно что-нибудь будет.
поэтому так делаю, да? Вот так вот. Да, я вот так типа могу делать. Я забыл уже. Пофиг, просто бежим. Наплевать. Нет, нет, уж... У меня есть одно кольцо, чё ты сражёшь там? У меня одно кольцо. Я ещё... Ого, какой жилец. Нафиг, самый первый босс и самый лёгкий. Да. Давай. Не. Сейчас бух полетит. А, нет. Ладно, он сейчас полетел. А почему нельзя... Я не могу просто сделать так. Я вообще впереди тебя, Алёша, лечу. Он валит. У меня два изумруда хаоса уже. А это только первая локация. Хотя мог бы вообще заработать три. Если бы мне дали этих три глупых кольца. Почему нельзя было мне дать пять колец? План зон. Не, ну смотрите, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр и всем пока.